Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Растения против зомби-герои» и продолжаем участвовать на лиге. Так, в данный момент я нахожусь в бронзовой лиге, у меня 9 ранг. И сегодня я хочу поиграть за кого-нибудь другого. Например, возьмем с тобой... Интересно, будет прикольно сыграть нам за... Супермозга, как ты думаешь, а? Что у нас там по картам? Давай-ка глянем. Ну, есть кое-что, да, что мы можем с тобой взять. Честно тебе скажу, мне немножко непривычно им играть, потому что я давненько это не делал, но посмотреть хочется, как у нас с тобой это все дело вообще будет получаться. А вдруг имбово все пойдет? Да? Рискнем? Так, у нас заморозки тут есть. Вот из сильных крупных карт у нас с тобой здесь ничего нету. Если у нас за нашего, как говорится, разгрома есть элитные карты, да, зомбобот и так далее, то здесь этого, ну, нету. Просто нету. У нас есть с тобой всякие вертолетики и прочее, ну и все. Ладно, я думаю, что можно себе позволить разочек поиграть. Выбираем и погнали. Нужно привыкнуть к тактике каждого зомби. Не забывай, что у каждого еще свои суперудары есть. Поэтому, ну, может быть, до 10 ранга мы с тобой как-нибудь доберемся здесь. Так, что у нас здесь есть? Ага, усы заморозка, есть бочка. Бочка, я уже забыл, что она делает. Ага, зомби получает способность кровожадность. Ну... Давай оставим так. Тут у меня колода в основном на кровожадности построена, по-моему, если я не ошибаюсь. Так, что это делает? А, перемещает и наносит бонусную атаку. Вот оно как, да, даже? А зачем он его сюда поставил? У кого-нибудь есть идеи? У меня вообще нету. Так, нам дали рикошет. Я пропускаю ход. Так, ну если что, мы можем с тобой использовать заморозку. Вытянуть карту. Да? Да. Пенек. А мы с тобой вот так вот сделаем. Дополнительную энергию взяли. Ну что же, давай смотреть дальше. А что он сейчас тут затеет? Так, 3. И это стоит 1, да? Окей. Сделаем с тобой вот так. Если что, будем применять вот это заклинание с тобой. Да-да, именно на это я и рассчитывал. Погоди-ка. А у него атака-то сколько будет? А, атака-то у него будет маленькая, ребята. Так, мы с тобой 8 в лицо сейчас получим. Но опять же, ничего страшного. Вот такой есть зомби. А ты что у нас делает? Так, он получает 2 плюс 2. Это если сверху будет, да? Ну давай я сделаю вот так. Если что, я этого горохострела смогу еще заморозить. Так что... Молодец. Мудро ты сделал, но... Заморозку. Дело твое, парень. Я тоже тебя сейчас заморожу, так что ты... Я даже не радуйся. Так, поехали. Окей. Погнали. Так, уничтожаем. Подожди, я не понял, с чего он вдруг... А, теперь я понял. Я понял, с чего он вдруг отошел. Так, значит, у нас с тобой есть... Три. Да? Три. А если мы... Мы можем рикошет сделать на него, так? Так, поэтому троечку мы с тобой, наверное, оставим. А здесь применим... Наверное, вот так. Сейчас посмотрим, что он там придумает. Рикошетить нам желательно, конечно же, лучше вот этого грохострела. Он его будет прокачивать, да? Окей. Убираем его отсюда.
И поехали. Угу. Так, ладушки, предположим. Сверху, да, значит. Он получает у нас 2-2, то есть 4-4 будет. Это раз. А второе мы сделаем с тобой вот так. У меня с картами проблема, кстати, друзья мои. У него там рука, будь здоров. Не забывай, что он может еще нанести мне урон по центру в 5 единиц. Поэтому как бы радоваться рано. Даже так вот он сделал, да? Ну что же, у нас только один с тобой вариант. Это сделать вот так. Поехали. Ага. Так, уничтожаем с тобой этого гаврика. Ну все. Так, что дальше? Дальше мы можем поставить с тобой щекотуна. Или же пирата. Ну давай я вот так вот сделаю, да? И вот так. Просто хочу посмотреть, что он будет делать. Не забывай, что мы можем сейчас применить. Ага, вот так он решил. Хорошо. Это дело его. Угу. Мы с тобой получаем 2 энергии и можем уничтожить капусту сразу же. Но, наверное, я делать этого не буду. Нет, не буду. Поехали. Так, 4 в лицо. Уничтожаем. И сейчас защита сработает, верно? Нет, пока еще нет. Но 2 хп. Давай вот так вот сделаю я. Пенек. И вот так вот, да? Ну что? Что нам с тобой здесь сделать? Этот уничтожит, да? Но у него нету двойного выстрела. Поэтому ничего мы здесь с тобой пока делать не будем. Мы просто сделаем добор карты и все. А он же сейчас уничтожит меня, да, скорее всего? Этого зомби? По центру пятерочку врежет? Или не будет тратить? Посмотрим. А может быть рикошет случайного зомби? Такое тоже может быть. Ага, вот так вот. Ладушки. Угу. Так, уничтожаем пень. Опачки. Смотри, что я придумал. Нет, не надо, не надо пока его выставлять. Сделаем чуточку по-другому. Вот так. И вот так. Все, смотрим. А здесь мы сделаем с тобой кровожадность. В любом случае мы уничтожить его сможем. Вот так вот, да, значит, решил. Окей. Погнали. Ну что ж, поехали. Правда, 3 в лицо все равно мы с тобой получим. Это неизбежно. Опа. Так, вытянем с тобой карты. О, шикарно. Тут нам, друзья мои, повезло. Причем повезло очень крупно. Смотри. Раз. Смотри, что мы сейчас с тобой сделаем. Так. Потом вот так. Да, и на дорожку еще вот так вот. Нормально? Я думаю, что нормально. Да и вот так вот, пожалуй. Ну что же. Все. Вытягиваешь две карты. Да, ради бога, вытягивай. У тебя всего 2 хп, 2 единицы здоровья. Ты не успеешь здесь ничего залепить. Как бы ты тут ни старался.
Ну вот, в принципе, и все, друзья мои. Как ты можешь понимать, песенка его спета. Первый вот этот вот трубочист нанесет ему 3 единицы урона. Поехали. И победа будет за нами. Вот так вот это все дело работает. Ну что, друзья мои, а мы с вами смотрим, переходим мы или нет. Не переходим. Нам нужно еще разочек с тобой победить. Оставляем, наверное, да, нашего супермозга. Пока он справляется, можно его оставлять. Так, и... Ой, Джо против нас будет драться. А где мои подписчики? Почему они спят, в тот момент, когда могли бы со мной повоевать? Ах, вы храпуны, храпуны. Так, давай, наверное, вот таким вот образом мы с тобой оставим здесь. Вспышка на солнце. Довольно серьезный противник, на самом деле. Ну что, начнем вот так вот. У нас есть тут вообще с тобой зомби из надгробий? Будет уничтожать? Ага, вот так сделал. Потратил энергию, ладно. Дело его. У нас с тобой либо заморозка. Нет. Просто вытянем карты, наверное, да? Хотя посмотрим сейчас, что он там выставит. С прочерком, да? Я вытягиваю карты. Угу. Вот так вот. Отлично. Так, друзья мои, смотрим дальше. Развязку этих событий. Ну, я думаю, что если мы вот так с собой сделаем, никто не будет против, да? Так. Наносит 3 единицы урона. Ради бога. Вот то, что подсолнух, это, конечно, не очень хорошо. Ну ладно, давай заморозим. Так, подсолнух, у него сейчас на 1 единицу энергии больше будет, да, получается? Так, а что нам-то сделать здесь? Что нам-то сделать? Мы можем поставить, да? 3 энергии получим. Или лучше вот этого влепить. Давай так вот сделаем. Давай сделаем вот так. Росток высадил. Нет, вот это плохо, ребята. Это действительно плохо. Так, что у нас тут? Кровожадность пригодится. Кто вот сейчас здесь вылупится, я фиг его знает. Бонусная атака у нас с тобой появилась. Ух, это ерунда, ребята. Это ерунда, так что сделаем с тобой, наверное, вот так вот. Да? 3 энергии, это стоит 2. То есть мы можем с тобой... А вот так вот замутить. Ну, посмотрим. Если он уничтожит мне этого зомби, а он наверняка его уничтожит, мы будем замораживать вот этого вот. Как вариант. Но опять же, кто у него там еще остался, что за карты? Можем сделать кровожадность. Так, ну тут уже, ребята... Немножечко планы меняются у нас с тобой. Мы сделаем как? Этого убить не сможем, да, сразу же? Но можем сделать бонусную атаку. Или же кровожадность. Наверное, все-таки... Наверное, все-таки мы сделаем с тобой... Вот так. И поехали. Так, сейчас морячки еще тут должны у нас... Появиться... Где морячки мои, ё-моё, почему морячков нету? Эй, я хотел морячков получить, но не тут-то было. Так, а вот здесь уже хитро. Что сюда мы с тобой сделаем? Ну, трубочисто сюда поставим. Так, да? И ты-ты-ты-тыц.
И вот так, может быть. Ну, как вариант, да? Вот так вот сделать. Воу-воу-воу-воу-воу. Смотри, что творит. Смотри, что творит. Так, мы сделаем, наверное, с тобой... Ну, кровожадность, ну, пускай будет. Так, кровожадность, поехали. Чпок. Так, убили. В лицо единицу урона получим сейчас с тобой. Угу. Так, 14 хп у вспышки на солнце и 12 здоровья у нас. Так, шаманство. Это у нас после уничтожения наносит всем одну единицу здоровья. Это нам как бы сейчас вообще не нужно. Сделаем с тобой вот так. Смотрим. Да опять ты, а? Ну, здесь, ребята, кровожадность, понятное дело. Здесь, конечно же, сделаем кровожадность. Вот таким вот макаром. Поехали. Хоба. Так, минус. Так, что он там крякает, крякает? Ага, получили еще карту. Ну, и этого уничтожаем. Правда, защита сработает, да? Нет, не сработало. Ну что же, две карты у вспышки. Но у нас целая куча, поэтому... Здесь мы сделаем с тобой вот так вот. И вот так. Так, а что это за карта у нас? На ландшафте получает плюс один, плюс один. Кстати, кто-то из подписчиков просил объяснить, что такое ландшафт. Сейчас, ребята, я объясню. Короче, зачем он вот зачем он это сделал? Зачем он его сюда поставил? Я не понимаю, ребят. Смотри, что мы с тобой сделаем. Раз. Вытянули карту, еще одну такую же, да? Вот, так вот, друзья мои, вот такая штука есть, да? Дополнительная. Так, что он сейчас делает? Наверное, землю подожгет. А, два шампиньона размещает. Если у тебя есть ландшафт, вот это вот возвышенность. Ландшафт — это дорожка, на которой ты получаешь разные бонусы. Это называется ландшафтом. Поэтому все бонусы, карты бонусные, да, которые написаны, они получают там на ландшафте там плюс один. Ну вот, смотри. Хотел показать, но что-то... Давай сделаем. Вот так вот. Спрячем, да, наших зомби в надгробие. Вот этот зомби, например, прячет наших зомбарей, и они появляются заново. И если у них есть какие-то бонусные атаки при появлении или еще что-то, это срабатывает заново. Ваш противник сдался. Ну и хорошо. То есть он понял, что ловить здесь нечего. Ну а мы с тобой получаем 10 ранг. Очень хорошо, кстати, у нас было здесь сыграно, да? С помощью нашего супермозга. И 15 гемов мы еще с тобой получаем. И еще соточку, вау. А, мы с тобой уже перешли в серебряную лигу. Ну что, друзья мои, давайте еще сыграем. Серебряная лига уже, как говорится, тут немножко будет посерьезнее. И, по-моему, не будет нам даваться третья звезда за серию побед. Тут будет просто по одной звезде. Ой, по две. Так, ну что, котелок уберем с тобой, да? Наверное. Бонусную атаку тоже пока уберем. Ой-ой-ой-ой, что вы делаете? Что вы делаете? Я даже не знаю, у меня нет слов. Ребята, конечно, магирчик меня здесь подвел. Но хоть добор дали, и то, слава богу. То есть смотрим, что сейчас начнется. Тут, конечно, о! Пошло, поехало, да? Так, хорошо, что у нас здесь есть трубочист. Интересно, он будет его защищать или нет? Наверное, будет. Поэтому мы сделаем с тобой вот так. Что это за карта у нас? А, перемещение зомби и плюс один. Угу. Через пенек. Играет. Рикошет случайно в зомби, понял?
Хорошо. Так, 4 в лицо мы с тобой получим сейчас. Лихо начал, чувак, ничего не могу сказать. Так, а у нас с тобой следующий вариант. Мы ставим опять этого. Рикошета у тебя, парень, больше нету. И замораживаем с тобой вот этого. Только так. Угу. Но нас заморозили быстрее, да? Ладно. Нас заморозили быстрее. Окей. Прокачивается, да? Прокачивается потихонечку. Ну что, я могу... А что я могу? Мне нужна будет заморозка. Две энергии надо сберечь. А за две энергии я поставить никого не могу. Пропускаем ход. Сейчас попробуем. Попробуем все-таки поймать. И жалко, что... Воу-воу, кого будет прокачивать? Пенек. Пенек, значит, да, прокачал. Плюс опять заморозка. Он, у него тоже, ребята, на заморозках, ты посмотри. Окей. Так, ну что, делаем с тобой сюда заморозку. Так. И переместим вот сюда. К примеру. Так. Окей. Это мы с тобой пока не будем тратить. Это нам пригодится как раз карта. Рикошет. Теперь смотри. У нас с тобой следующий вариант. Но я боюсь, что он не прокатит. Или прокатит. Можно сделать рикошет. Три. Тогда нам нужно выставить кого-то за две энергии. За две энергии нам выставить некуда и некого. Блин, я боюсь, у него заморозка там есть, блин. Пропустим пока ход. Пропустим с тобой ход. Будем просто рикошетить вот этого вот гаврика. Оу. Смотри, что творит. Смотри, что творит. Так, получаем с тобой 2, 4, 6, 8 урона. Блин, даже эту некуда применить, ты представляешь? Так, интересно. Щекотун. Щекотун мне может... Что он может? Он мне может прикрыть только здесь, если... Да? К примеру. Тут прикрыться. Ну, проверим, что-то сейчас у нас что-то должно выйти. Угу, выставил, да, все-таки обратно этого ханорика. Так, мы с тобой получаем сколько там энергии? Две. То есть можем нанести с тобой бонусную атаку. Сюда. Понятно. Но лучше это делать, конечно, этим, да? Поехали. Так. Минус. Так, а все равно, да, получим урон. 4 в лицо. Печалька. Тем более у него есть удар по центру. Это я прекрасно помню. По центру. Пять. Ну не хватает, ты понимаешь, буквально чуть-чуть мне не хватает. Ну давай я сделаю вот так вот. Фиг с ним. Спрячемся, посмотрим. Как это вообще может помочь мне? Я не знаю. Две энергии. Ну, видишь, у него карта на заморозках. И больше мне поставить нечего. Да, возможно, сработает защита.
Вот сейчас он бомбанет. Кровожадность. Так, кровожадность у меня и так стоит. Все, ребят, тут фейл. Тут фейл. Мне буквально, ну, чуть-чуть не хватило. Слишком жирные карты мне выпали здесь. И, как говорится, очень мало кровожадности. Ни бесенка, ничего. Ну, ладно, я не расстраиваюсь, ребята. Мы продолжаем. Еще с тобой сделаем поединок. И потом я, наверное, вернусь за разгрома. Кому-то нравится играть за растения на лиге. Я вот не знаю, ребята. Я вот пробовал, у меня ничего не получалось. Все как-то через одно место. Так, вот это уберем с тобой, и вот это тоже уберем. Вот, уже что-то, ребята, уже что-то намного лучше. То есть есть первый ход, да, есть последующие ходы. Так, при появлении, так, зомби наносит бонусную атаку. Галактический зомби у нас с тобой есть, да? Который нам выдаст еще и карту, ко всему прочему. Что, он будет сейчас тратить на меня свою суперэнергию или нет? Вот как. Вот так, ребят, он сделать решил. А он, по-моему, прокачивается, да? С каждым ходом. Нет? Да, 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 прокачивается, понял. Ну что я могу тебе предложить? Только заморозку. Он потратил свой микс, а я потрачу заморозку. Окей. Но он прокачается. 3-1 будет. Предположим, да? 3-1. Так, сделаем с тобой хитренькое. Подожди-ка, зачем так? Можно... Подожди-ка, можно даже... Твою же налево. Давай так вот сделаем. Посмотрим, ребят. Будет ли у него там уничтожитель могил или нет. А так мы им нанесем бонусную атаку и, соответственно, уничтожим эту свеклу или кто это. Опа, и все. Он ничего не стал выставлять. Это очень странно. Так, беспилотник у нас есть, бесенок. Давай, наверное, сделаем с тобой вот так вот. Две энергии всего лишь. То есть я могу поставить только кровожадность. Но можно сюда влепить, сюда влепить. Сейчас посмотрим, что он будет делать. Вспышка на солнце особо сильно не спешит. Что-то там обдумывает. Видимо, она собирает камбу из карт. Банани Лояну. Название-то такое. Ага. Что, решил хильнуться, что ли? Я не понял. Так я кровожадность тогда влеплю. Очень интересная колода. Кровожадный. Значит, взял перец, да, сладкий? Что ты задумал, а? Не надо. Вот не надо только уходить из игры. Пожалуйста. Блин. Нет, все отлично, ребята. А здесь немножко он схитрил. Он меня переплюнул в этом плане, ребята, потому что... Так, а что ты не пропускаешь ход? Эй, закончи этот. Во, все. Так, понеслась. Так. Предположим, друзья мои. Что дальше мы с тобой можем сделать? Хм. 3. Ну давай я вот так вот сделаю. Вытянем карту с тобой еще. Какая там нам? Опа. Бесенок. С кровожадностью. Ну, давай поставлю сюда. Посмотрим. Что там у него есть? Я знаю, что вот этот бесенок... А, видишь, я так и думал. Что этот бесенок ему не даст покоя. И все зомби на земле получают... Карты тратит. Тратит, парнишка, карты, да? Окей. Пускай тратит. Что там еще? Терновый куст у тебя, скорее всего. А, нет. Слушай, вот теперь плохо, ребята. Он на одну энергию будет получать больше, чем я. Но я, честно говоря, не особо расстроен в этом плане.
Так, нет, лучше мы сделаем, наверное, вот так с тобой. И вот так. Смотрим. По хп мы с ним одинаковые. Но у меня все щиты пока еще есть. У него уже одного щита нету. Опа! Опачки! Какой ты красавчик! Мы же тебя уничтожим сейчас, парень. Ты в курсе, нет? Молодец! Красавелла! Что я могу сказать еще? Отлично, друзья мои, отлично все получилось. Так, давай-ка вот так сделаем с тобой. Значит, все-таки действительно у него хилищая колода. Блин, граната мне тут только не хватало. Так, давай-ка мы, наверное, с собой вот сюда переместимся. Уничтожим этот гранат. Ну да, в принципе. Тут обмен получается. Тут гранат мы с тобой уничтожаем. Ну, два росточка он еще тут посадил, понимаешь ли. В кого они там вылупятся? Ага. Галактический орех. Или как, фасоль? Оу, а вот это вот не надо. А вот это вот не надо, парень. Поехали. Окей, предположим, да? И еще мы с тобой... Надо было вот так вот делать, согласись. Так, ну что, мы получим с тобой плюс 3. А смысл нам от этого плюс 3? Ну, прикрыться, если только. Если только прикрыться. Угу. Вызвал подсолнух. Даже вот так вот. Ну, в принципе... Блин, Гаргантюа уйдет. Гаргантюа уйдет, зачем ты, блин? Ах, не очень хорошо на самом деле. 5 в лицо. Будет больно. 5 в лицо, это будет больно, друзья мои. Ладно, защита еще сработает у вас. Так, рикошет. Ставим с тобой моржа сюда. И будем рикошет применять. Ха-ха, ха-ха. Окей. Две карты всего, да? То есть 5 в лицо зарядим и еще 5. 10, остается 6 хп. Ну да, тут как-то стоит призадуматься маленько. У нас еще есть защита, она сработает. Так, вот это нежданчик для меня, если честно. Короче, рикошет. А здесь уничтожаем. Уничтожаем с тобой эту кукурузу. Окей. Так, не забывай, что у него... Так, подожди, сколько стоит? 5. 5 энергии. Давай так сделаем. Так, а здесь у нас перемещение зомби плюс 1. А что, игра зависла? Фу, нафиг отпустил. Я думал, зависоны какие-то ненужные нам. Что-то игра залагала, ты видишь? Ага. Так, ну давай посмотрим, что тут у него получается. Мы с тобой сможем передвинуть карту. Либо Гаргантюа, либо вот этого мелкого. А он вот так сделал, решил. Хорошо. То есть снять меня блок, да? Опа. И все, парень, у тебя остается только этот на подходе. Да-да-да, именно этот. Так, друзья мои, ну что же. Подожди-ка. 5. Сработать должен блок. Да, получается так. Посмотрим, что-то я не могу понять.
Срабатывает сейчас защита, так ведь? Окей. Так, у него это семечко еще. Ага, бонусную атаку мы с тобой можем провести. Ну, давай вот сюда вот переместимся. И атакуем. Можно было бы, конечно, просто его пробить. У нас 2 хп. Уже как-то не до шуток, если честно. Две карты. Давай вот сюда поставим. И... блин, как быть-то? Че у него там? А, семечко, да? И непонятная для меня карта, которая новая у него выпала. Что он там сейчас сделает? Я не знаю, ребят. Семечку, если он поставит, да, предположим. Вот он ее влепил. Ага, гранат еще. Еще гранат у него, оказывается. Два росточка, да, высадит. Рядышком, здесь и здесь. Так, ну этот мы уничтожим. Ну ладно, давай двигаться дальше. Трубочист. А тут... понятно. Давай вот так вот сделаем. Кто там у тебя, а? Кто у тебя там в руке? Ага. Неплохо. Вытянул карты. Лишь бы не какой-нибудь там у него ягодный микс или еще что-нибудь, да, в этом роде. То будет очень плохо. Ну-ка, поехали. В минус. Так, здесь, конечно, подобьют мне трубочисто. Так, и что у него там? Три в лицо или что у тебя там за карта? Атакующих, по-моему, нету, да? В любом случае, сейчас, если у него ничего нету, ребята, этот бомбанет. И вспышка на солнце погибнет. То есть победа будет за нами. Понятно. В общем... а нет, смотри-ка. Да, терновый куст. Так, а он не забыл, что здесь вылезет другой зомби? Ну и удар последний, да. Друзья мои, победа за нами. А мы всыпали. Неплохо, я считаю. Так, сколько нам еще нужно? А, 2 звездочки, да, чтобы перейти на следующий ранг. Давай-ка мы, наверное, с тобой вернемся за нашего разгрома. Вот он. И сыграем последний бой. И сыграем с тобой последний бой. На сегодня, естественно. На сегодня, обязательно на сегодня. Так-то еще будет много боев, но удивительно, что никого из наших ребят нету. Так, вот это крупно, это крупно. Что-то как-то подлагивает игра, я серьезно тебе говорю. Я прям вот чувствую. Вот эта нам карта здесь сейчас не нужна. Челюсти. Ну, челюсти еще куда ни шло. Так, ребят, вот возвышенность. Вот это вот водяная дорожка. Так, наносит... слушай, ну ты не оборзел ли, а? Сразу же использовал, понимаешь? Удар. Так, я пока ничего сделать не могу. Вообще. Угу. Заморозочка. Предположим. Так, дальше что у нас? Слушай, по-моему, это колода на заморозки. Тебе так не кажется? Мне вот кажется. Оу. Серфинг, да, у нас здесь? Серфингист появился. Так, либо он сейчас будет ставить пеньки. А, вот как. 3-3. Слушай, ну это плохо, если честно. Это плохо. 2 в лицо. У нас с тобой срабатывает блок? Нет. Не срабатывает никакого блока у нас. Что можно сделать? Ну, можно сделать вот так вот. Если у него есть... о,
Воу-воу-воу. Так, ладно, сработает защита, да? Что нам выпадет? Отлично. Давай мы его уберем отсюда. Так, ну два в лицо все равно обеспечено, да? Предположим. Короче, я понял, ребята. На горохострелах решил чувак отыграться. Будем ему мешать. Давай смотреть. Я знаю, что эта карта ему не по духу. Он будет либо усилять грибок свой, вот этот вот. А усилять есть чем, да? Удобрение там, все тому подобное. Но мы тоже можем с тобой удобрить нашего зомби на 2 плюс 2. Так и есть. Начинается, да? Но здесь он немножко просчитался, скажем так. Так, отлично. Карты наши прокачаются сейчас. И вот это самое лучшее. Красавелла. Так, ну что, мы можем с тобой сделать вот так. И вот так. Ну, ваши действия, мадам Горох. Нет, 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 нет. Нет, 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 нет. Да, конечно, мой этот погибнет, но и мы уничтожим. Поехали. Так, так. Все, и пятерочку еще в лицо, отлично. Так, друзья мои, ну тут сами понимаете, что надо ставить. И ожидаем. Что-то они не любят брать, смотрю, эти могилоедов, да? К себе в команду. О-о-о-о-о. Усиляй. Нет, не стал. Блин, это плохо, что он сюда поставил. Тинс, поехали. Нет, 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 не надо, не надо. Только не минус один по земле. Рикошет, кого? Блин, это плохо. Это плохо. Ну что, делаем эволюцию. Что еще нам остается? А, нет, подожди секунду. Зачем нам делать эволюцию, если мы можем... Или все-таки эволюцию сделаем? Да, наверное, сделаем эволюцию с тобой вот так вот. Окей. И вот так вот. Что-то мне подсказывает, что у него есть куча удобрений, где он сейчас будет прокачивать своего вот этого вот горохострела. Да? Ну вот, об этом я тебе и говорил. Прокачивает, да? У нас с тобой тоже есть небольшой, так сказать, сюрприз. Выживут немногие. Выживет... Никто не выживет, ребят. Только привидение мое выживет здесь, и все. Ну, естественно, мы добьем. Естественно, мы добьем с тобой сейчас. Все. Ну что, как-то вот так вот. Разгром все-таки работает. Работает, как и прежде. Неплохо. А мы с тобой попадаем на 11 ранг в серебряной лиге. И 20 гемов к нам падает. Как-то так. Ну что, дорогие друзья, на этой ноточке я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам!